Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Нашел трехкомнатную квартиру под ключ в районе Махмутлар. Расстояние отсюда до моря 435 метров максимум. Тут у нас три балкона. Проект где-то 20-22 года. Один балкон соединили с гостиной комнатой. Ухоженный сад. Как показать вам отсюда, наверное, видите. Бассейна тут нету. Просто ухоженный сад. Стоит из четырех блоков. Квартира находится на втором этаже. Есть лифт. Так. Рядом у нас инфраструктура для жизни находится. Проект между улицей Ататюрка и Барбаросса. Середина Махмутлара. Здесь у нас первый балкон. Сторона тут юго-западная. Так, есть зона барбекю. Зона беседка у нас. Тихое, спокойное место. Вот фасад здания. Холодно. Блин, март месяц, 50 лет, наверное, такой погоды не было. Что происходит с погодой? Не знаю. Двери старые. Здесь прихожая. Такой большой встроенный шкаф. Стоит у нас накопительная система бойлера фирмы Суслер. Здесь кладовка. Шкурточка есть. Пикачу! Так, да, Пикачу. Здесь у нас спальня. Хозяйская. Индийская. Квадратных метров здесь 14. Просторная спальня. И балкон. Так, как они сделали балкон? Здесь отдельная кухня, дорогие зрители. Хорошая квартира. Цена тоже хорошая. Так, они застеклили этот балкон. Вот кондиционер снаружи. Угу. Пройдемтесь в кухню. Хотпойнт Арестон, холодильник. Отдельная кухня. Здесь у нас гостиная, кухня. Планировка очень успешная. Бытовая техника фирмы СЭК. Мраморная столешница. Здесь у нас один санузел в этой квартире. Есть ванна. Угу. И детская спальня. Или дополнительная спальня. Эта сторона уже запад-север, северо-запад. Тут где-то минимум 12 квадратных метров. Давайте не буду гадать. Отмерим-ка. Угу, 10 квадратных метров. 12, что-то глазами вижу. Десять квадратных метров.
Зрители, сейчас я спущусь вниз и покажу вам территорию. Сейчас свет отключили, коридор. Айда здесь 150 лир. Цена этой квартиры 71 тысяч 500 долларов. Хозяин хочет доллара. Говорим в евро, потом в комментариях происходит проблема. Лучше сказать, какую цену хотят, в какой валюте. Некоторые хотят в лире, некоторые в евро. Все, вот такие двери. Все, пауза. Вот лифт, вместимость 2-3 человека. Спускаемся на нулевой этаж. Кого интересует недвижимость в Алании, звоните заранее. Так, коридорчик. Рядом есть у нас вторничный рынок, недалеко отсюда. Магазины, рестораны и тому подобное. Вот птички поют. Всем пока-пока, дорогие зрители.